Ежегодно в Московской области проводится фестиваль «Марафон творческих программ» по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах среди учащихся образовательных учреждений и организаций дополнительного образования. На торжественном мероприятии, которое прошло в Реутове, прибыли делегации, в состав которых вошли команды ЮИД, педагоги, представители госавтоинспекции региона, Министерства образования Московской области. Всего в областном этапе приняли участие более 1000 ЮИДовцев из всех муниципальных образований региона. В ходе финального областного этапа мероприятия победителем стал Электрогорский лицей. В конкурсе «Активный пропагандист правил дорожного движения» первое место в регионе заняла ученица лицея Курдюкова Анна. Это первый опыт. Я впервые ездила куда-то на область, и мне очень понравилось. Было много участников. На базе школы проходило 3 конкурса одновременно. То есть это были представления команд, представления роликов и еще отдельное представление отрядов ЮИДовцев. Было очень волнительно. Это награждение вообще происходило полностью. Все 3 конкурса награждали. На конкурсе Анна представила веселый и модный ролик на тему правил дорожного движения, с которым ей помогли друзья, одноклассники и младшие школьники. Мне помогал мой друг Кирилл, моя сестра Настя и ее друзья. А также поддерживали все мои близкие, все учителя тоже так поддерживали, помогали. Я был оператором этого ролика, мы вместе с Аней разрабатывали сюжет, я принес реквизит некоторые, и вот все вот эти машинки, это я принес. Ну и, соответственно, мы помогали Ане там с костюмами, с какими-то перемещениями по городу. Мы же в разных локациях снимали, и все вот это при моем участии происходило. Практически весь учебный день мы на это потратили, пропустили кучу уроков, вот, но сняли отлично. И именно поэтому она стала старостой нашего класса. Она участвует во всех мероприятиях и с лучшей стороны показывает наш лицей. Мы рассказывали, какие правила дорожного движения были важны очень на улице, когда переходишь дорогу большой компанией. Ролик получился очень интересным и развлекательным. Профессиональное жюри по достоинству оценило проделанную работу, особое внимание обратив на яркую креативную презентацию. Все мои соперники просто презентовали свой ролик, рассказали, что они делают на этом ролике, что они делают по жизни и как вообще помогают ребятам узнавать правила дорожного движения. А я сделала прям полноценную сценку с фигурами шахмат. У меня была игра-ассоциация, то есть пешки – это были дети, слон – это был нарушитель правил дорожного движения, конь – это был, наоборот, послушный ученик. Ладья – это были люди с ограниченными возможностями здоровья. И членам жюри это очень понравилось. И поэтому я и победила. Поздравляем лицеистов с победой. А всех юных пешеходов призываем быть ответственными участниками дорожного движения.